Всем привет, ребята! И вы на канале Куажами 656. Сегодня мы продолжаем проходить Майнкрафт. Это последний просто не попала мама. Ладно, нам в прошлой серии мы просто отправлялись в путешествие. И я решил зарыться сюда, чтобы меня не сожрали. Так, что там? Пон. Окей, перейду ночь, к вам вернусь. Ой, наконец-то! Наконец-то! Все, делаем как будто все, как будто так, как будто я ничего не делал. Боже, сколько там утопленников. Этот портал мы обутали в прошлой серии. Вообще мы много чего сделали в прошлой серии. Мы обутали какой-то затопленный дом и вот это портал. Да, еще я... Там была карта сокровищ. Ну, карта по карте сокровищ в прошлой серии я ничего не нашел. Бывает. Окей, отправляемся в плавание. Подождите. Я просто немножечко набудрю в настройках, неважно. Теперь поплыли. Надеюсь, вам не мешает. Не мешает моя сестра, она просто там смотрит. Что-то. Окей, я к вам вернусь, когда найду что-то интересное. Ребята, вы представляете, спавниться вот на таком острове, прямо на этом атом блоке? А? О, я вижу, там какой-то берег. Давайте на него причалим. Ай, без нормальной графики у меня... Просто я ее понижу, потому что у меня Майнкрафт лагал. Без нормальной графики все так криво выглядит, что ли. Ну, не важно. По-моему, вообще немножечко, немножечко изменилось, а так ничего не изменилось. Ну, по-моему. Эк. Нам нужно выйти на поляну, потому что в таких зарощах мы не найдем никакую деревню или что-то типа того. Я уже сколько играю в Майнкрафт, в таких зарощах мне деревня никогда не попадалась. Обходим березовый лес, это самое плохое, то, что придумал Майнкрафт. Да не, ну вы издеваетесь своими березовыми лесами. Ну я не хочу в него идти, но здесь вообще ничего полезного нет, кроме березы. Ну я не хочу. Зачем мне? Зачем этот березовый лес? Здесь и тут аж деревни нет. Зачем? Зачем мне этот березовый лес ваш? Срался мне ваш березовый лес. Паркур. Прости, зайти не смогу. Прости, зайти не смогу, у тебя старенькая версия. Фу. Просто мой друг обновился. Не, он не обновлялся, я обновился. И он не может со мной поиграть. Или он обновился. Хэзэ. Короче, из-за этого мы не можем с ним играть. Сколько он бы не старался меня приглашать, мы играть не можем. Ок. Окей, мы вышли на нормальный лес. Нам бы еще на полянку выйти. Вообще будет шедевр. Вообще будет круто. Только полянки что-то нам не намечается. Ай. Что только сейчас урон потратился, хоть должен был быть тогда. Наверное, бах. Боже, ну мне эта графика режет глаза. Да блин, я уже буду
боже, это полянка, это ёшкин кот. Я ненавижу такую местность. Я к вам вернусь. Ребят, мне кажется, что пора доведется отправляться в плавание. Окей, поплыли. Нам здесь нечего делать. Я нашел остров с полянкой. Надеюсь, на нем будет деревня. Или что-то типа того. Короче, что-то интересное. А то так эта серия будет по логике скучная. Вот, видите, это полянка. Вот здесь коровушки гуляют, лошадь. Да, только я хочу найти деревню. Деревня здесь есть. О, давайте на жопу найдем все приключения. Сломаем. Желейный улей. А теперь валим. Быстро. Потеряли меня. А, я туда заходить не буду, потому что там есть такой снег прекрасный, что он меня может затянуть. Я нашел аванпост. А если аванпост, то там должен, то возле аванпоста по логике должна быть деревня. Приготовлю себе ведро и с молоком, чтобы отбить эффект плохого знамения. Вот как раз рядом есть корова. О, там есть два дурачка. Я хочу убить дурачка и с трезубцем. Так, где мой щит? Вот. Да блин, трезубец, как обычно, не выпал. Окей, давайте в этот аванпост сходим. Не, я думаю, пока можно туда не заходить. Но я имею в виду, что если аванпост, то рядом где-то должна быть деревушка. Деревня нам как бы нужна. Значит, давайте попробуем найти деревню. А как нам ее найти, это вопрос. Ладно, давайте пока быстренько обутаем этот аванпост. Аванпост. Давайте кого-то снайпим на нем в полете. Блин, и всю территорию оккупировали оккупанты. Ты шо на меня смотришь? Блин! Ты шо? Я не хочу с тобой... В воде, как понимаю, разбойники беспомощные. Я вижу там деревню! Ура! Здесь там есть кузница. Кузницы, да, может быть, алмазы. А алмазы — это мое второе имя. Ну и Куа Джамрис, как бы, ну пофиг. Которая, кстати, меня захватывает, тварь. Давайте попробуем ее полностью забрать, обкрасть. Вот, здесь есть голем. Голем. Окей, ну, самое крутое будет, если здесь будет кузница.
А кузницы, как я понимаю, здесь нету, блин. Кузницы нету. Окей, я так и знал, что рядом с аванпостом всегда должна быть деревня. Ну вот и мы нашли деревню, как бы. Ну, конечно, мы ее полностью облутаем, например, давайте големуса убьем до железа. Я считаю, что здесь даже можно пере... А, как ты меня достал со своими длинными ручищами? Ха-ха, не достанешь, лузер. Теперь давайте его убьем. Мне как-то жалко тратить больше на мече на него, попучу, поиспользую свой старый железный. Этот железный меч, как я считаю, можно выкинуть. Зачем оно? А железо мы заберем. Это железо у меня на базе очень мало. Зачем мне ваши цветы? Срались мне ваши цветы. Окей. О, сундучок. Да в моей деревне нету сундуков с изумрудами. И здесь нету. Что это за издевательство? Там так красиво стоит эти Там стена вот эта. Я его заберу, пожалуй. Этот сундук облутать. Ну, как и всегда, честно. Что-то вы бомжи, у вас никогда нету сундуков с изумрудами. Вы бомжи. Вот, вот почему я вам сожгу все дома. Подпалим все, подпалим. Подпалим. Деревня нет шансов выжить. Что в этом доме? Забираем, пока он. Что? Ничего. Как эта деревня? Ничего здесь нет нормального. Влазь. Деревянный домик полностью деревянный, значит, давайте его подпалим. Окей, подпалили. Почти вся деревня полыхает в огне, мне это нравится. За то, что она такая без... А! Воды! Воды, вот там вода есть. А, ну поздно, ну как бы поздно... Вода. Не запаливай сено. Нет, сено мне нужно. Я считаю, что в этой деревне можно даже переночевать. Хоть почти все дома почти что сгорели, я считаю, что здесь пока что можно жить. Ох, вот этот дом мне прям подходит. Ладно, ребята, а наша серия подходит к концу. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Оцените ее лайком и подпишитесь, конечно же, потому что я забыл это сказать. И убрать уведомления, конечно же. А с вами был Коджами656 и мальчик-сральчик, уходи с моего канала. Всем пока-пока.